В последнее время испанский футбол подарил уж очень много талантов Европе. Квалифицированные игроки стали оплотом для инфраструктур небогатых клубов. Золотое поколение. Обычно так их называют. Но скорее всего это Хави, Иньеста, Рамос и Касильяс. А здесь безусловно таланты. И достаточно хорошие игроки для клубов, не решающих серьезных задач. Но, как и везде, среди множества хороших игроков есть таланты, изумруды и оригиналы. Пока многие бегают за феноменом Иско из Малаги, Диего Симеоне выращивает нового вундеркинда в мадридском Атлетике. И имя ему – Хорхе Ресюрхьон Меродио, или просто Коке. Его роль и значение в механизме Атлетико легко недооценить. Он находится в тени таких игроков, как Фалькао, Диего Косты. Но функции распасовщика он выполняет великолепно. Он может отдать пас как на длинную, так и на среднюю дистанцию. В случае закрытия партнеров, Коке может взять инициативу на себя, обвести, ускориться. Индивидуально он силен. Быстрые ноги, плюс его голова всегда смотрит на поле. Если Иска за счет техники может возить двоих, троих, и завершить атаку ударом в сторону ворот, то Коке за счет техники может не обращать внимания на мяч, а наблюдать за открывающимися партнерами. А самое главное, что есть сейчас у Коке, это своевременность. Он может переждать ситуацию и дождаться именно того момента, когда пас будет особенно уместен и необходим. 10 голевых передач за его первый сезон в основе. В свои года Хорхе выходит на высокий уровень. Фалькао забил половину голов именно с паса Коке. Диего Симеоне сейчас строит боеспособный коллектив для больших побед. И именно сейчас он все закручивает на молодых футболистов. Один из них является Коке. Именно ему после ухода Радамеля Фалькао придется взять на себя ношу лидера. Но при доверии главного тренера Атлетико у Коке может все получиться. Талант и возможности у него есть. Что не сказать о делах молодежной сборной Испании. И он должен быть лидером, где у него очень серьезные конкуренты. Иско из Малаги и Тьяго Алькаранка из Барселоны. Они уже давно являются основными игроками, когда как Коке получил свой шанс только в этом году. Но это не помешало ему закрепиться в составе молодежки на недавнем чемпионате Европы. Был он настолько хорош, что организаторы, не задумываясь, назвали его в числе лучших. А его видение поля помогало устраивать на поле настоящую тик-атаку. Иногда они даже заигрывали с Алькантарой, и мяч у них невозможно было отобрать. После выигранного Евро за троицы в лице капитана Иско и Коке началась настоящая охота. Один на днях подпишет контракт с Реалом. Тьяго, скорее всего, переберется на Туманный Альбион, а Хорхе желает видеть в своих рядах чемпион Ла Лиги. Каталонский клуб видит в нем нового Иньесту. Но известно, что и Реал выходил на Коке. Правда, он играет за другую мадридскую команду. А там есть договоренность между двумя президентами клубов. Энрике Сересо и Флорианом Пересом. О том, чтобы клубы друг у друга не переманивали игроков. Ну, скорее всего, чтобы Реал большими деньгами не заманивал молодых матрасников. Коке еще, быть может, год отыграет в Атлетико. Если его прогресс не остановится на достигнутом, то увидим шестого номера в той же Барселоне или еще где. Ну а мы пожелаем удачи ему, как мадридскому Атлетико, так и попасть на карандаш Висенте Дель Боски и выйти на новый, высочайший уровень.